Так, в общем, ехал я куда-то на фабрику. Фабрику. Прошел в лабораторию. Хранился. Или. Через. Или пропал гранат. Точно. Чтобы предметы светились, надо хочу я. Я дроп забрал из лаборатории его. Поставил. И тебе. Либо, ну раз здесь проект придется вернуться. Ну, гарпун, буду надеяться, что уже не пригодится. Пригодится, придется бежать аж сюда. А дверь куда?
Докуда я там до сюда дошел? Типа ролики. Ты цела, Ребекка? А где остальные? Давно должны были прибыть. Не видела их? Плохо дело. Отсюда мы можем выйти прямо к особняку, который Амбрелла использует для исследований. Давай, пошли. Стойте, я должна найти Билли. Билли Коэна? Ты нашла преступника? Да, но мы разминулись и... Забудь о нем. Ему не выжить. Давай, пошли. Сэр, прошу вас, я должна его найти. Не волнуйтесь, я вас догоню. Ребекка! Хорошо, береги себя. Больше я его никогда не видела.
Кто это? У нас выход в учебный цех. Где я могу сохраниться? Стоит ли? Опасно. Не стоит, все-таки опасно. А я босса завалил. Не придется загружаться, если я поеду, возьму печку. Я на платформе где-то. Береженого бога берегов, тем более забрать надо грибы, на которые тут лежат. Десять грибов. Дальше в лифте.
какой платформе, на каком этаже, точнее, находится моя платформа с аптечкой. Сейчас буду высматривать. Время игр закончилось. Ты и твои друзья больше не веселите меня. Скатертью дорога. Теперь ничто не остановит меня от моей мести. П5. Зачем мне П5? Я на П4 хотел. Новая локация — завод. Фабрику могу вернуться бы. П4 мне. Вот черт, меня на завод привет. Просто ролик включился посреди геймплея и подтолкнул меня к сюжету. Спасибо, но я вернусь туда, где был до этого. Да, я понял, здесь кривой перевод этажей. Уровень 4 это не пятый этаж подвала, как это в игре. Это просто четвертый по численности сначала. К примеру, это первый уровень. Это там нулевой, это четвертый уровень подвала, это вот мой четвертый под уровнем 3, четвертый под уровнем 3, ну проверяю, то и под 2. Под 2 не может. И спокойно можно ехать в новую локацию, а именно левел 2. Здесь
уровень 2, первый этаж. Опа. Пауки опасные. Вплотную. Так, надо их попробовать взять, да, чтобы они... Бегом байтанул его, он подбежал. А тут что? Пилочки. А дверь открыта? Дверь закрыта, я ее сейчас открою. Делаю хилочку себе. Не надо. Да, тут я уже был, поэтому. Братья. Патроны на дробач. Да, ищу. Я их не. Назад иду. На завод. Вижу канистру, жду плевичка этого. Пиявок. Бутылки со мной, поэтому. И все. Патрикс. Рибен дожидается. Конечно.
питание не подключено, серьезно? Что подключить? Кнопку нажму. Здесь на панели нажать. Ух, аж светло стало, даже приятно, даже теплее. Чего? Так, ну тут уже последняя локация, поэтому надо сейчас валить еще одного кого-нибудь мутанта, мутировавшего. И уже финал босс будет. И...
Без жилета? Все равно она не попадает. Он уже натыкается прямо на дуло своим ртом, она все равно не попадает. Патрона. Там была канистра, да? Проверю. Сколько далеко она была? Прямо вот тут? Конечно. Тут, конечно, плюс, что они поставили недалеко канистры от бутылки. И приходится бегать по всей локации. Это предсказуемо сразу появляется. Ну, чтобы бутылки. Я только увидел канистры. Вопрос времени. Но мне слота. Да, мне заряды. Еще одна вон аптечка. Где она? Где? Реворк. Делаю вон косячок. Рублю травки. Разными цветами раскрашу. Так, это у нас P6. 5. Я приехал. А P6 каким я чудом оказался? На лифте куда-то еще. Запитал. Здорово. На, дружане. Нашел канистру, нашел бутылку. Найди парня. На Денди была такая игра, где надо было врагов кормить конфетами. Здесь игра про то, как я хожу и кормлю парня пойлом каким-то. Ага, ага. Кучу. Фурнитуры им подавали на заказ. Два патрона осталось. Чел. Как она? В каске. Он был в каске. Так, карту сразу возьму. Вау, P6, сколько тут комнат. Только там без ручки. Ну что, P6 последний? То, чтобы я надеюсь, ну... Интересно, как развернутся события. К концу. Так, я иду снова воевать с рюкзаком.
Дербол. Я ручку взял. Как мне? Пистол. P5, наш P6, вон есть еще какой-то. А ну сколько тут, подожди, P9, P8, P7. Я понял. Заводит. Вот как мне попасть в этот квадрат? Первый этаж завода, короче. А, вот же спит. Вверху что-то там. Батарея. Еще две травы. Что ж добру пропадать-то? P7. Ладно. Каким-то образом в P7 уже зашел. Сейчас ручку нет. Патрики дробаша. Это полезно. Мне придется аптечки где-то. И в P8 я, наверное, могу уйти. Фейковые комнаты. Здесь P7.
Ребекка, где я? В безопасности. Ты как? Кто мог такое сделать? Наверное, они были подопытными в исследованиях Маркуса. Он должен прекратить возиться с главным вирусом. Билли? Я пойду проверю. Ага. За мной. Хорошо.
Я пойду проверю. Ага. За мной. Хорошо. Thank you.
сохранится, вот что я думаю. Две штучки. Добили. Это мы вот форму то уже могу использовать. Нет. Четыре. Здесь. Где перестала двигаться платформа? Наверное, вроде на этом. Сейчас энергия работает. Понятно. Отказывается. Нет, значит, нафиг не надо мне возвращаться на фабрику. Пробегусь еще раз по этажам. Все восстановлено, я поехал дальше. Хорошо. Где там Ребекка? Она застряла? Поняла.
хорошо. Ручки. Весь инвентарь в пушках и хилах. Никаких ручек даже. Еще хил валяется. Я вот что думаю, может быть вот здесь вот гарпун использовать? Вряд ли, просто надо подняться как-то. Камера просто такая интересная, ну как достану. Карточка или батарея, что это? И что карточка? Сюда вставляю батарею, поднимаюсь, беру карточку. Дальше. Воду можно запустить здесь? Распущусь. Что, видимо, не увидел там, распускался по лестнице. Разделимся. Хорошо. Лезет. Как воду запустить? Используется правильно ли? Вот свободная комната.
сюда! Хорошо. С этой стороны я вижу вот кран такой красный. Там? Красный кран. Прикольно, я не знаю, куда идти.
Офигеть. Ребекка ящики двигать не могла, вот Билли появился, он пойдет двигать, значит, надо что-то там решить. Стой здесь! Ага. Не прожимается. Вроде тоже не клацается, не жмякается. Вроде вот эта вот решетка. А, вот. Это вход, серьезно? Это вход. Я его не видел из-за ракурса камеры, который сливается полом. Это интересно. Можно затопить Билли, чтобы он внизу остался и умер. Первый вопрос для теста сразу возник. Ладно. Билли решает загадку. Паром. Проверим. Опасно. А, интересно.
Так вот, продвинуть там. Данная респится, вот я Билли вышел из комнаты, и исчезла вода, которую запустил, и поменялись ящики на них. О, сбросил. Радует. Сразу. Понятно, что не так что-то сдвинул. Наверное, меч упал. Этот металлический ящик как-то надо продвинуть. Если продвинул. Ну да, сейчас так вот. Вот так вот. Не-не-не, ты подвинь, пожалуйста. Это первое, что пришло в голову. Может быть, это сложнее методикой. А, металлический ящик, он, наверное, не стоит. О, да? Проверю. Я сразу не подумал, что металлический ящик могут не засчитать как ящик. Сложнее. Интересно. Фиганный пассаж. И этот деревянный ящик надо подвинуть. Что делать? Ну, да, можно будет.
Кто его сейчас сам и спрятать? Давай двигай уже. Пёрся там. Ну да. Больше 10 просто надо. Если посчитал. Ну и так понятно. Эту панель управления. Больше у них питания, чем надо. Да вот. Надеюсь, эта ручка вот эта вот как раз подойдет к двери. То она мне не даст ответа на вопрос, и зачем она не подойдет. Идем. Хорошо. Теряем в этот раз по зубу. Вот сюда. P6. P8 закрыто, да?
Теперь сюда. Прилично так патронов потратил. Так, надо пиваться. Води. Только расслабишься. Сын Грома тут. Не-не-не-не-не. Все, куда ты стреляешь, блин, мудачина. Три патрона потратил. Бери свой пистолет. Все, хорош. Ну, выстрел в молоко все-таки отправил. И вообще надо было пробежать. Ладно, стреляю в гранатомет и скину его где-нибудь. Патрики все. А вот и Патрики. Пожаловался. Внимание, ага, то есть будет сходить с ним. Подлечить, я там столько лечилок поскидывал по пути. Патрики именно огненные. Бараки.
Травички, вон еще спрей. Лоб вообще одаривают идеально. Отдыхает. Ленту что ли сбегать при? А вот и лента. Да мне приведет, вот интересно, это последняя комната. Сохранись, значит. Нет, не скину, потому что Ребекка сейчас будет варить травы. Чуть поглубее возьмем готовый стол. Такой стол, бери этот рептик. А ты повари траву.
Ну что мы вдвоем. Или кого-то разделят снова. Да, вдвоем. Чего себе. Ну что тогда били? Херач с гранатомета по нему. Я буду пока с дробача. Там посмотрим. А, прикольно, понял. ГГВП. Снова минус два. Опасно, опасно. А, били. Срочно перерыв на обед. А тебе три травички вполне хватит, чтобы половой стать. Правильно? Правильно. Снова двоих. Да ё-моё, дай убежать. Козёл. Билли, что ты там потратил? Ах, ну падре как. А, ты всю базуку потратил, да? Молодчинка. Держи пистолет и дальше играй, сестра. Есть резон вернуться и вы набрать. Потратил неимоверно много всего. Классика резидента. Здесь есть кнопка, нажать ее. А? Ладно, иду пока дальше без хилов. Да, я приду. Лестницу. ПП останется же тот же, правильно? Помню сейчас П. На восьмом? На восьмом. В правой части. Пенская плата. Отлично, возвращаюсь. Ставлю эту микросхему, возьму хилы. Найду ту линию. Сюжет, ну что там по этой микросхеме. А здесь что? Здесь я могу дальше продолжать, пойдя вот. Вот туда, да? Вот эту комнату. Я в нее не пойду, я пойду дальше. Микросхему вставлю. Чтобы не забыть. Прикольно. Блин. Нет, пока нет, пока нет. Я сейчас пойду за хилами, вернусь и да, покатаюсь в подъемнике. А вот и хилы. Где ближайшая смесь трав? И аптеку жирно будет. Седьмом, да? Дом есть.
из трав и на себе. О, ладно, наверное, да, ради смеси трав. Мне придется все-таки эту аптеку отдать Билли. Бьемся. Эй. Успел на лифт, классика. Чтобы его оставить тут, что он тут? Что он мне тут? Идем! Ага. Если вдруг вылезет. Так, я иду за хилом. Правильно, правильно. Стой здесь. Хорошо. Магнум жирный, таскать с собой возьму. Дробаш. Патронов на дробаш нет, да? Я перехожу в P6, надеюсь. На этом этаже беру пилочки и назад. Лента, кстати, на обратном пути сохранилась. А V5 нет, да? V5 нет у них. Только лента. Ладно, на V5 не попрусь уже. Дождусь еще, пока этот чел станет. Сильно хорошо зарендерен. Ой-ой-ой. Ребята, ну, вас здесь не стояло. Чего вы наглеете? Нет. Аккуратно надо, то сейчас хилы... Наверное, придется их и связать на месте. Тут либо пробежать и сэкономить на патронах. Но хил придется, да, вязать. Либо добежать до хилки и все патроны. Блять. Какого черта спавнятся враги в тех местах, где я уже пробежал? Это нечестно. Опа. Хилочку я забрал и сваливаю.
Блин, я так подумал, она сейчас коцаная поедет. Ну ладно, пусть едет, я же все равно пока не знаю, куда ей там ехать. Мне сейчас вниз, вниз надо, чем ниже, тем. Хантер, наверное, может с одного прыжка убить при таком хп. Надеюсь, игрок не наспавнит. На P5. Как я попал на это P5? Нафиг. На P6 меня, пожалуйста. Еще ниже, там, P7, P8 меня опускается. Меня поднимают постоянно. Карту. Красную комнату грёбаную пройти через лестницу чуть дальше, а не подниматься. Варит башка от судня. Блин, оставлять не хочется эти точку. Точек игры тут небольшой. Хотя я и это думал, что не будет небольшой. Может, за 40 минут сейчас допройду последнюю локу. И уже 3 часа бегаю, да? Идите нафиг! Еще один патрон с магнума ушел. Очень быстро решить. Надо было очень быстрее решать вопрос. А это ж сейф, да? Тут где-то лежит у меня. Кривен. Да, лента где-то лежит, я это просто не вижу. Патрон. Блин, где-то за кроватью лежит инкрибан, я его не вижу. При таком ракурсе. Нащупал. Так, сколько там? Если уже 11:30, то, наверное, придется завершать. 11:30. Давай пораньше завершу.
сколько там в эфире? 2 часа. Ну, пойдет коротенький такой стрим получился. Или если завершу на следующем. Почти всю локацию прошло уже.